Вольфганга Моцарта всеобъемлющая. Вот. Это и не только такая вот солнечная музыка, которую вы сейчас услышали, радостная и светлая. Это и грусть, и трагизм. Но главное, что вдохновляло этого композитора, как он сам считает, это любовь. Вот этого очень много в его музыке. Любовь. Прямо как сам он об этом говорил. Любовь, любовь. Это душа гения, говорил Моцарт. А Рихард Вагнер, композитор-романтик 19 века, тоже жил через 100 лет после творчества Моцарта, он говорил так: нежнейший гений света в любви в музыке. Одна из последних опер Моцарта за 2 года до смерти он ее сочинил, называется «Так поступают все женщины». Это комическое произведение, комическая опера о том, как две юные красавицы не прошли испытания верности своим возлюбленным. Ну, эта история кончается счастливым примирением красавиц со своими женихами. И у них есть шаловливая, остроумная служанка Деспина, которая утешает своих красавиц и поет вот арию о том, как мужчины неверны, как они изменяют. И вот об этом сейчас вы услышите арию Деспины из оперы «Так поступают все женщины», ее исполнит Оксана Клипка, и Елена Ардованова будет ее сопровождать.